интернету разница, да? Сейчас высветится. В любом случае, 56 баллов – это на 2 балла больше, чем у Федерики Фаэла и Массимо Скалли. Абсолютно правильно. Можно было бы еще побольше. Я считаю, что разница была больше, чем 2 балла между этими оригинальными танцами. Ну и на льду заключительная пара сегодняшнего дня – это Танит Бельбина Бенджамин Агосто. С молдавским танцем, как вы уже сказали. Посмотрим, что они нам продемонстрируют. Танит Бельбин и Бенджамин Агосто из США. Чистенько откатали свой оригинальный танец, за исключением твизлов, где была явная ошибка на втором твизле. Но вот если сравнивать именно по постановке программ и по идее танца, то вот мне, например, Яна с Сергеем понравились больше. А какая же тут идея-то? Танцуем и танцуем. Ну какая-то же должна быть все-таки идея, что-то же должны хотеть нам спортсмены рассказать и донести за эти 2,5 минуты. Вот до моей души Яна с Сергеем достучались гораздо более точно. Я понял, что они хотели передать. Здесь же, да, неплохо, да, весело, да, чистенько, да, ошибочка на твизлах. Ну вот как-то не глубоко они вошли в мою душу с этим танцем. А вы как считаете, Василий? Ну, не знаю, мне понравилось настроение, если честно. Настроение, безусловно. Ну, настроение, оно у всех я хорошее. Я сижу и радуюсь, смотрю, как люди танцуют. Вот здесь была небольшая такая задержечка. Думаю, эти не уложились во время? Не, я думаю, что уложились, просто с точки зрения того, что насколько плюсовать эту поддержку. То есть было видно, что явно не совсем четко пройден переход в смене поза и смены хвата.
в замедленном повторе многие поддержки, конечно, выглядят забавно. Но закончили так весело, ударно. Очень обаятельная партнерша. Да оба они прекрасные. И очень сосредоточенная Наталья. Наталья Владимировна прям такая. В ожидании первых оценок сезона 60 баллов. Много. Ну, тоже, кстати, на 7 баллов меньше, чем их рекорд, но... Ну, вот мы с вами наблюдаем, что практически все на этих соревнованиях получают где-то на 6-7 баллов. С другой стороны, у них тот рекорд был установлен на чемпионат мира 2005 года, там еще правила еще поменялись. Да, могли измениться стоимость элементов. Два раза. Да. Там еще, по-моему, уже вышла вот поддержка одна, там их две, что ли, было? Да, 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 было больше поддержки. Поэтому таких баллов и не может быть, которые они тогда получили. Ну, наших они опережают на 6 баллов, это по итогу. По общему результату. Так, на 4 балла в оригинальном танце им поставили больше. Значит, по технике и по компонентам Хохлова и Новицкий опережают Фаилу Скалли по баллу в каждом вот из этих видов. А Бельбин Агоста на балл опережают в наборе технических элементов и на 2 балла в наборе компонентов.